В 1921 году в одном московском роддоме с разницей всего в пару недель появились на свет младший сын вождя народов Василий Сталин и Артем Сергеев, сын известного революционера Федора Сергеева, друга и соратника Сталина. Федор почему-то именно в первые дни после рождения сына вдруг попросил друга присмотреть за своей семьей в случае чего. Он будто предчувствовал свою скорую гибель. 24 июля 21 года Федор Сергеев погиб во время испытания аэровагона. Свое обещание заботиться о семье товарища Сталин сдержал. Василий Сталин и Артем Сергеев росли и воспитывались вместе. В раннем возрасте мама определили их в так называемый детский дом коммунистического воспитания, где мальчишки находились всю неделю, приходя домой лишь по пятницам. В этом заведении воспитывались дети партийной элиты и советские беспризорники. Таким образом, советские педагоги пытались уравнять возможности и перспективы детей из разных социальных слоев.